Ей рычит. Перед Меригорном-то, пожалуйста. Куда все убежали? Можно узнать? Ребят, мы в противоположном уголке. Я не бегаю напротив Крока. А то вас катапичи. Кто у нас стоит напротив этого? Трайми, отойди от Меригорна. Не спустите его, пусть остальные добегут. Осторожно, Меригорн идет. Паладин, который мне пишет, ты в Дискорде? У нас могут тебя в качестве ДД взять, если есть спят. Хорошо, Вертиш, хорошо. Потом, давай потом, пусть сначала будет. Хорошо, да, давай. Локи, поставьте, пожалуйста, шуманите в первой пати. Да, паладин. Да, 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 потому что вчера был печальный день. Ты сейчас стримишь даже? Нет. А что? Не, просто спросил. Нет, я не любитель стримов. А вдруг опять будет Меригорн без лута, как вчера? Да, у меня все было с лутом. Не, мы вчера просто играли. Парнишка, я забыл, как его зовут. Сразу это вы у Типиса были. А? Это вы у Типиса были. У Типиса вчера был босс без лута. Ну, если это не ночь, то там Гэма быстро приходит. Если это ночь, то мы как-то сидели час, ждали и не лег. Я знаю. Ребят, я знаю, что там упало. Мне Типис написал. Но я думаю, по той теме, которую создал тот Нагарука, все и так понимают, что если вы не написали про свой спек, то вы ролите только в том спеке, в котором вы идете. Даже если вы переспекивались. А, кстати, не что там? Не надо сейчас ничего писать. Вот эта рука нога-то, он что, нажаловался в итоге? Да, да, да. А там Типис у Сердисия скинул ссылку, я ему скидывал. Я нашла ее просто. Да, то вчера говна был немерено. Давайте, ребят, топ-топ. Станьте, пожалуйста, там, где сейчас динозавр больше не понят. Мелики огонь, РДДшники в землю. Не, у нас еще вчера получается вот еще ситуация, что зачем-то рейд собирали другие ребята, которые с нами по КД ходят. Типа квест не сделали, все дела. Че, вылет? За угол у всех? Да. Нет. Нет. Что за еби? Заливайте шпили, в общем. Шпили. О, отлично. Нормально. Сейчас буду. Босса чуть-чуть к стенке, в сторону от черепа отведите. Потом алики какие-то собирали. Оказалось, что алики вообще хотели босса побить. Но в итоге просто постояли, поохраняли. Спасибо. Что там за залет какой-то пошел? Миленький огонь, РДДшники в землю. Потом ветер.
Хороший план. Я потом дам анонс, ты напишешь никому. Ветер переключились. Милики огонь, РДДшники землю, потом все вместе ветер. Ребят, сорян, малые мультики вырву. Заливайте, не ширяйте, не разбрасывайте, пожалуйста. Сзади мне ДКшник какой-то стоит. Не стоит. Кто Геру дал? Не говорите, что я не нажимала туда. Да ладно. Ну ладно, заливайте. Самое интересное, что у меня нажалась именно гром и молния. Почему залезла в Лингера, непонятно. Ну ладно. Косяк. Трайми, вот вчера то, как вы в ЦЛК ходили, вот то вагон. И кик. 2 часа на одном боссе, блин. В угол все ставили? Или 3? Это вы на каком боссе так долго стояли? Я не знаю, на каком боссе не стояли. Все, 4-я пати хилов убежала вместе с танками, роги ДК на шпиле. А как же Ваня? Или Ваня хилил? Ну просто если людям сказать, кто это? Я никогда не могла понять то, о чем он объясняет, вот серьезно. Танки поставьте боссу, пожалуйста. И все под босса ближе, не нужно стоять так далеко. Все станьте ближе к уголочку, пожалуйста. Я вам с ребятами ходила. Четко, туда ударили, туда встали, все. То есть ничего лишнего. Мне тут эти полчасовых разъяснений, куда, кому, чего, зачем, почему. Ужас. Шпиль. ДК роги нашли, слышишь? Я поэтому не хочу возвращаться. А что за гильдия? Как одеть спят? Одна из ночных. Но не ДВ. Тотем убрали питомцев к ноге, все ДДшники обдутали босса и убежали ждать босса. Там же и били. Это окрошка? Я бежала, споткнулась. Все, все в угол встали. Там у нас гости какие-то улетают, подходят.
Шпиль, шпиль, ребят, шпиль, залейте. Все, все, кто убил, вернитесь обратно. Да, потом мне Саша будет рассказывать, что с учетом нерабочего нормального Шомина, когда это был промежуток, что 9К это было плохо. Так у меня тогда ер был 245. Это ему вряд ли. Сейчас шпиль появится, пару ДДшников. Учитесь, убейте тех, кто нам будет, вам будет мешать. Уже они убежали, все не надо побежать. Шпиль заливайте, косты кикайте боссу вводим. Сара, там вообще по факту гир у ребят нормальный. Просто то, как объясняет Ваня, это трудно. Кто был с ним и как-нибудь Фрейзе, знает. Алла, обновите, пожалуйста, бафку себе. Фулл ребаф обновите, просто для всех. Печеньку хилки. Ребята, те, которые стоят ближе к арке, станьте поближе к уголку. К боссу. Перебегите немножко. Спрашивают, писать успех. Нет, сейчас шпиль будет. Там опять ДКшник подходит. Шпиль сзади. Да я уже не сюда. Уже нет. Я в него там огоньком шпульнула, это каст. Сейчас после перебежки уводим вас, ребят. Обдотали его и убежали. Контрактников не надо трогать. Люди нам ничего не сделали. Во всяком случае, идти и пока. Так, у нас два друида. Ребят, шпиль сзади стоит. ДДшники, разъехните, пожалуйста, залейте. Босса тоже можете поднять. Я знаю, подождите. Все, залили. Шпиль прописали про успех. Ежик скорпит. Паладин, что это? Скорпит. Вот смотрите, на чем вы пишете. Там друид сзади стоит. Лут, Даша. Что? Хороший лут. Выскочил на ролл. Никто не заберет, он переставит. Что вы паникуете так? Ну я увидел, я же за тебя беспокоюсь. Кстати, что за лут? Хороший лут. Мне нравится. Вчера бы так и целый день. Те, кто нажал «Мне это нужно», кикай с рейда. За крысы физически. Так они все равно не забирают. Отойдите, пожалуйста, по боссу, потому что я попадаю по вашим маунтам. Ну, красиво. Там вон сходу 55к за карту дают. Да это угораю. Трайна, ты уже я покупал.
Хостой Варвс. Варвс Хостой, но это будет смешно. Ребят, не нужно мне кидать трейды, сбивать. Я вещи пытаюсь себе в сумку перекинуть. Что если вдруг, не дай боже, будет сейчас какая-то херня, то лут уже переложен, но он хотя бы не пропадет вместе с трупом. Ой, типун тебе, Дашуля, на язык, типун тебе, Дашуля, на язык. У нас так было уже вот вчера в Ике. Типуля собрал лут, его релогнуло, и лута больше не было. Ну, я скрин уже сделала. Ну, нам рандомку дали. Порофлил, избавился от двух, там мы люди чисто на косе. А... Рахти, у нас есть БР перед тобой. Там кто-то решил повоскрешаться у нас. Сейчас, пару секунд еще придет. Питомец. Ребята, это спутник. Контурнеры. А, ну просто как бы есть очередь. Человек первее. Да и он написал сразу, что будет. Кто сотку выкинул, там 93 максимум. Да, у меня есть, я потом скину. Так, рога, трейд на череп. Кого кикнуть сейчас? Там вопрос, кого и зачем. Даша скорпит. Да, маунт. 98. 10. Фрейс. Ты тоже даже 10 выкинула? Наверное, я не смотрела. Я смотрю. Душ ми оф хэнд. Фрейд, за ним давно ходит. Ну, он половин, который играет через дух. Кстати, кого-то в рейде видели с духом, тому, кому не надо это. Спасибо. Кому? Тебе кому? А, ты, да? Ну да, я. Мало. Все, надо тогда идти пушку покупать новую. Хилы? И кто на хилы ролит? Дурацкий путь.
Вару, вот серьезно, клык. Ману восстанавливать-то как-то надо, холивар все-таки. Блин, ребят. Нет, еще щит остался. Сандом, кидай. А что за этот остался там щит? Щит, батлер. А уже все, он никому не нужен? Нет, я сейчас его еще не ролил. Он мне малый планшет вырубил, он сидит на... А, я просто с рейда вышел, ладно, все тогда. Спасибо за рейд, кстати. Щит, ребят. Все, спасибо, удачи. Все, всем спасибо. Я в Далверт. Ты тоже туда текаешься, хорошо?